Так, так. Як вас звати? Дмитро. Як ваше прізвище? Я так, без прізвища. Скільки років вам? 60. Okay. Ask him to say what happened this morning. Розкажіть, що произошло, ви. Я був на площі Победи. Два вибухи. Бачу. Пішло ото саме, пішов дим. Ну тут назад сама наша квартира. Я сюди бігом приходжу. Стекол нема. Ну, зато всі живі. А є постраждалі в домі? Ну, в домі я не бачив, хоча бачив в прийомі. Когось порізала просто. Коли скло випадало, порізала. Вата та сама в крові. Де зараз ваша сім'я виїхала? Не. В бомбосховище. His name. Yes, already the first. Ah, okay. Have a name and age. If the cat was afraid from the noise. Как думаете, кот испугался? Да. Убежал? У нас еще два здесь. Мы по одному их носим. А куда вы их спускаете? В убежище. Скажите, вы в этот момент были дома, здесь? Чуть ли не в постели. Осколки мы просто уже с постели стряхнули. Okay. Как вас зовут? Меня? Оксана. Сколько вам рук, Оксана? 57. Just один вопрос. Как вы считаете, может, думаете, это ракета или дрон? Да похоже на ракету было. А были слышны звуки? Так. Как так. Самолет. Так. Я летал. Но не видно было. Да мы, это утро. Мы, в общем-то, все были... В разобранном состоянии. Дякую.